Зарплата для россиян перестала быть главным мотивирующим фактором в труде. К такому выводу пришли по результатам опроса рекрутингового агентства Kelly Services. И уровень заработной платы главной мотивацией считают 64% жителей России. В прошлом году эта цифра была на 8% больше. 40% опрошенных заинтересованы в масштабных и интересных задачах на производстве. 36% выбрали комфортную атмосферу на рабочем месте. Еще для 33% важным является возможность карьерного роста и для 31% официальное оформление на работу.